начинает блевать. Она тоже в каком-то виде, аж опрятная, неопрятная такая, типа халат там простой. В общем, то ли ее привезли из дома, то ли добрали домой, такая бабенка, так зачухнет такая. Значит, прям начинает вот так вот. Я иду и смотрю, и вот я вспомнил, там уже забыл про это сон. Вот такой вот бредочек, вот состояние вот этого вот, вот в разрывы, как бы взрыва, еще в мысли про это. Где там газ, блядь, взорвался. В Тагиле, да, панелька, два подъезда осыпалась. Так говорят, какие там типы шоркались, блядь. Ну, есть... типа газовая служба, да, это там был дом на обслуживание газового хозяйства и якобы... Никитос! Подвиг четкий, но это очень широко ты взялся. Вот тебе момент. С Семеном бы поменяться бы местами, Семеном бы на широкий, а тебе бы ему на сначала надо на прессе доделать. А, Никит, тебе на прессе 10 раз еще. Бегом, бегом, бегом. Я уже сделал весь пресс. Не сделал ты весь пресс, не ври. 10 раз тебе надо сделать еще. Давай, бегом. Да вообще-то 20 раз ему еще надо 20 сделать. Раз, прикинь. Ты 5 раз всего сделал, когда тебе сказали 25 тебе быстро надо. Быстро иди, и доделывай. И ты убежал оттуда. Быстро доделывай, и все, застилай эти раз матки, ты считать приступай. Не умеешь, значит, будем мы за тебя считать. Еще раз так сделаешь, будешь еще 50 раз пресса делать. Ты хочешь на резинку попрыгать просто? Может, он такой намек на резинке делает, что ты попрыгать хочешь, Никитос? Не хочу. Не хочешь? Давай быстрее тогда пресс делай. Мы только сегодня про дисциплину разговаривали. Только сегодня рассказывал, как папа тобой гордится, что ты такой хороший, дисциплинированный парень. Ну ты чё? Артём, попрыгаешь, надевай резинки на себя, приколи. А сколько прыжок сделаешь, да? Смотри. Задача надеть резины либо на плечи каждую, либо на пояс. На плечах будет тяжелее. А? Через плечо. Одно на одно плечо, другое на другое. Да, на плечо, да. Да, на правое. Да. Вот, и, а вторую это, в крест. Да, а вторую также одеваешь, да. Смотри, вместо свадебного танца. А, все, я понял. Да, это да. Где это? Ну где-то в каком-то городе вместо свадебного танца. Нет, ты что Диман ему посоветовал? Ему в этот. Артем, стоп, погоди. Я вспоминаю, как, короче, фильм. Так лучше думаешь? Ну давай, допустим. Ладно. Так оно шею не пережимает за там. Давай, да. Так, смотри, ты мог даже по-другому сделать. Погоди, Артем. Погоди, сними, чтобы не переключили. Тогда уж, если бы на то пошли, тогда мог вот так на эту руку одеть. А, ну да, даже, да. Просто смотри, почему я сказал на грудь, она больше сидит. Она так впадать это не будет. На грудь больше не Никита, тебе наоборот надо делать крест. Да? Сколько ты 10 прыжков подряд сможешь сделать, Никит, бегом сюда? Смотря каких. Ну хотя бы, есть смотри, какая вас. Подсказка. Не знаю. Старайся держаться у этой линии. Да, вот здесь уже это натяжение. Здесь приседаешь, прыгаешь вперед. Бах, назад. Тихо, да. Смотри, если отлетаешь назад, Артем, ногу выставляешь, пошел. Два. Молодец, давай. Нормально, Диман, надо три. Дальше метр можно перепрыгнуть. Метр перепрыгнуть надо. Четыре. Пять. Давай сюда. Давай сюда. Давай. Шубова, давай. Шесть. Никита. Никита, быстрее. Видишь, взрослые тоже делают. Семь. Вот это стройки. Во, лучше, намного лучше. Еще. Еще. Ты смотри, с буксами. Еще два раза, да? Раз. Теперь прыгни сюда, зафиксируйся и руками упади сюда. А, все, держи ниже корпус. И теперь старайся дойти до покрышки. Давай. До покрышки, да. Не порвутся, держи за нее. Держись. Теперь начинай приседать. Ногами сгибай коленек назад сюда. Назад. Которые маски далеко надевают. Смотри, Артем. Так, ногами поближе подави. Смотри, что делаешь. Маска кошачья есть, куда ее? И на нее это, надевается. Да. И 10 раз тоже. 10 раз. Квадрогия? Во, да. 10 раз. 5, 6, Артем квадрогия. 7, 8, хорошо. 9, 10. Назад. Теперь вниз, 10 отжиманий. Прям падай смело, она тебя удержит. 10 отжиманий. Сколько сделал? Раз, два. Mm-hmm. Диман, готовься ты. Сколько? 6. Или Иван, 7. 8, 9, 10. И теперь прям рывком надо было встать. Молодец, сделай дальше тогда. Еще 18 раз, значит, да? Молодец. Сделал? Молодец. Все, отдыхай, сейчас смотри. Нормально такая надо. Диман, вперед. Да, Диман. А теперь, Артем, приколи, прыгни вперед, а где Иван. Просто приколи, сейчас ты чувствуешь, как это. Вот оттуда сюда прыгни, Вань, погоди.
Лёха, всё это... Ха-ха-ха, Лёха! Могу даже точно так прыгнуть. Давай, Вань, готов? 10 прыжков. Подсказка. Держись, да, уровень здесь, повисай. Тихо, давай. Раз. Да-да-да. Ты кажется, со стороны вообще ни о чем. На самом деле, вот это вчера парням объяснял. Это опять тренировка, конечно, в современном мире сравнивать с олимпийцами уже не хочется, с этими шизиками. Но гонщики, спецназовцы, ММАевцы, борцы, теннисисты вот с резиной тренируются. Давай. Рывок, молодец, уже лучше. 5. На плечи до сих пор такая нагрузка. Представьте, рюкзак нести, лямку. Или ползти с ним. 7. Быстрее. 8. Еще дальше, прям сюда запрыгивай. Давай. Ходи, еще раз. Сделайте это. Ноги не будут болеть? Будут. Если ты будешь эту ногу делать, Давай. 10. Все, пошел. Прыгнул, пошел. Взялся. Ноги поближе. Пошел, приседание. Смотри. Вот туда вытягиваешь. Ноги пошире. Вот так? Да, ноги пошире. Да, пошел 10 раз. Тяни. Давай. И руками тяни. Давай. Ногами. Выпрямляй ногами. Рывок, да. 5. 6. Быстрее. 7. 8. 9. 10. Аккуратно назад. Пошел отжимание. Падай. Отжимание. 10 отжиманий. Давай. Прям отталкивай себя. 7. И рывком вставай. Практически снимай. Вот теперь прыгни. Прыгну вперед. Димарик, готов? Давай, прыжок прям. Давай. Все, парни, сейчас Дима доделает и стелим маты. Ну, можете начинать потихоньку. Шли. Сейчас посмотришь, Диман, да? Каково это было. Подходи сюда носочками. И понеслась. Это как раз на мощь тренировок. Пошел. Да и на выносливость тоже такая неплохая. На самом деле. Оно да. Все дает. В основном это, видишь, усилие, преодоление. Усилие. Два. Молодец. Давай. Быстрее. Здесь надо именно быстро сделать. 3. Маленькое количество раз. Сюда перепрыгиваем. 6. Диман, по молоку бах, ногу уперся. Да я левую поставил, а не правую. Ну иду, иду подставляй. Давай, не говори, а делай, Диман. Тут так на кухне не почувствуешь. Давай быстрее. Ну да, меньше отдыхаешь, лучше. Приседание нагрузку почувствуешь. Сейчас будет, да. Фиг знает, не тяжелее было всего карабкаться. 10. Приседание. Пошел. Прыжок и пошел туда. Побежал. Взял, все, ноги ближе подводи, пошел вниз, вперед. Вперед туда, к вам, вперед туда. Диман, ну хорош. Быстро подошел, взялся вот так. Вот туда вытягиваешься. Давай, терпи со стороны каждого. Давай. Я просто подсказываю, со стороны кажется всегда легкотня. Но я знаю, каково и тяжелее. Ногами ближе подходи. Пошел. Вниз. Вперед туда, головой к стене, руками по груди, по крышке практически проходить. Давай. Диман не попьет. Давай. Раз. Быстрее. 2. 3. 4. 5. 6. Терпи. 7. 8. 9. 10. Аккуратно назад. Я тебя страхую. Назад. Отжимание. А ты можешь сидеть. И пошел. Все, спокойно. Я был прям красивый, пасть поджимали. Давай, понеслась. Раз, два, три, четыре. Никита, Семен, с того зала выносите, пожалуйста. Какого? А я думал, гранаты после. И рывком. Тык-тык-тык! Молодец. И теперь давай прыжок вперед. Нормалек? Как ощущение? Ничего, со мной тебе не будет. Давай, прыжок отсюда туда. В глаз попал что-то. Давай. О, молодец. В общем, такие упражнения называются плеометрические, когда под нагрузкой тело держится, еще какие-то действия совершаются. Это как, например, напрячь мышцы,
сегодня я рассказываю, для чего это упражнение. У вас фактически тело сейчас было все время под напряжением, и вы еще давали упражнение. Никита, тормози, иди сюда, братан. Иди сюда, бегом, бегом, резинку, Никита, бегом. Все, Семен там постелил, мат расстилает, хорош. Прости. Скажи, что надо? Прости, братан, да? Аккуратнее будет. Ты мог упасть, разбиться, одевай резинку. Ну, опять резинки. Одну, тебе одну, да. За надо, Никитос. Ты... Вот сейчас, Дима. А? Диман. Так сюда сядь. Диман, покажи руку ему. Любую. В смысле? Бицу. Вот смотри, вот погоди. Вот погоди. Вот видишь, тоже жир как бы есть. Вот. Да, как бы он есть. Или вот, он жир, он без него никуда не деться. Просто у тебя количество его даже больше. Конечно, без него не деться. Жир ему по-любому нужен. Он защищает мускулатуру, там у всех, у Артема, у Семена, у всех. Но тебе, чтобы убрать через пот, через вот эти энергии, надо, это называется, выжигать. Что на картинке у тебя дядька вот нарисованный, который без кожи, это у нас у всех одинаково. Если только, конечно, не будет ситуации там с операциями или какими-то травмами, где части тела могут быть разорваны, отрезаны, там еще что-нибудь. Все, вперед, Никитос, вперед. Дошел, вернулся. Ручка раз, побежал назад, аккуратно. Тебе задача подбежать надо. Давай, вперед. Сколько? 10 раз хотел бы сделать. Вперед, прям побежал. Назад. Ай, палец! А! А что такое? Палец, что случилось с пальцем? Ну просто ударился. Просто ударился. Вперед. Один, как палец. Как рюкзак одевай. Представь, что ты в гонке. Я побежал, блин. Если вам когда-нибудь представить возможность, вот Петр Владимирович, может быть, там расскажет, потом поделится. Если вам представить возможность когда-нибудь по высокому ответственному какой-то город подниматься, когда еще будет отключать что-то, ощущение будет такое, что тянет назад. Вот фактически пол, ну, поверхность, может быть, вот так перед глазами, то есть вот так, бум-бум-бум. И вот это некая такая имитация. Вперед, Никитос, быстрее. Давай. Есть, двумя руками прям шлёп по ней, отошёл. Давай еще, не убегай назад. Там бабайка сзади. Прям невозможно остановить. Там бабайка сзади тебя. Ты вперед заваливайся больше, потому что... Вперед, рывок, вперед. Давай, пятюньку мне хлопнешь. Давай, оп, пошел. Нет. Никитос, тормози назад, так вот раз иди. То есть не шоркайся, давай еще. Хорош. Вот, давай еще рывок. Быстрее. Терпи. Молодец, терпи, тихо. Назад не надо так сильно. Давай, терпи. Вот до той линии дошел, сразу вперед рвешься. Одень лямку, поправь. Представь, ты к маме бежишь, родной, к бате бежишь, к братьям, там, сестрам, кто у тебя родные, кого ты рад видеть. Например, брат после войны идет, я бегу. Да, типа того, да. Экзамен ты сдал, бежишь маме рассказать или папе рассказать про экзамен. К дедушке, к бабушке бежишь. Давай, братан. Сейчас. Давай. Мне еще вот вперед, не ударься только. Слишком большой разбег. Молодец, тихо. Давай. Еще 5 раз надо вот сделать. Вот назад очень быстро. Быстрее, конечно, назад. Давай. Бегом, молодец, тихо, еще 4 раза. Рывок, прям до сюда доставай. Да ты разгон прям большой сделаешь. Да еще, как давай. Не мешай, это так взять. Ты дольше собираешься. Достать, вниманием. Бип. Молодец, 3 раза еще, Никит, потерпи, не уходи туда, она не видит ним. Давай, 3 раза еще. А что вы не стелите? Семен, молодец, застелил, все остальное. Ну, хорошо, да. Никитос, ты смотри, как ты в ребятах интерес какой пробудил, что они на тебя смотрят и не могут остановиться от этого зрелища. Это как блокбастер смотрит. Тихо, братан. А еще знаешь что? Давай спой свою любимую песню. Только теперь другую, не седую ночь, а другую, она тебе силу даст. Давай в лесу родилась елочка. Нет? Ну какую песню давай спой. Тебе 2 раза еще добежать надо. Никита, одень, быстрее. Соберись. Или тебе только седая ночь силу дает? Нет. Давай быстрее. Еще одна дает. Матушка Земля. Нет. А какую песню? Ну тот репчик, который тогда пел, мне не нравится. Какая? Да, какая-то шляпка какая-то была. Вот. Давай. Давай. Бегом. Вот ты смотри какой. А что поешь песню Карабаса-Барабаса? Нет. Давай. С матом. С матом не надо, давай. С папом надо, а не с матом. Давай. Бегом. Сэр, не отцер! Тихо. Что ты там тогда кричал? Сэр, не отцер! А там пацаны, да? Нет. Чё, нет? Сэр, не отцер! Стой. А теперь надо 10 прыжков сделать. Одевай быстрее так же. Быстрее так же на плечи. Одел 10 прыжков. Как? А просто? Просто прыжки вперед. Тебе надо метр переплыть. Ребята, видишь, как далеко прыгнули? Куда? Давай, сразу
Давай прыгай. Как стрелять? Не падай. Давай. Так, поможете тебе? Давай. Я на полу. Если упаду, все равно встану. Молодец. Сразу. Молодец. Молодец. Прыжок красивый надо, прыжок делать. Че, Семен, дивишь над чем-нибудь своим нерабочим? Не, ладно, все, отдыхай, Никит. Все, отдыхай. Ну ты где, а то ребят сейчас тебя замолвут вместе с мамой. Иди отдыхай. Оп, Сергей Сергеевич. Здрасте. Здрасте, мордасти. Можно попить? Попить, умыться в туалет, да, давай, отдыхай. Здорово. Только, Никита, ребята, не мешай, ладно? Хорошо. Сейчас. Так, сейчас. Перепнем. Сергей Сергеевич. Этот, что, до штаба доедешь? Да. Кошанам корм прицепишь? Помимо корма нужен, что еще? Вообще хотелось бы у Татьяны Ивановны, чтобы ты кипяток попросил, потому что я сегодня кофе заказывал, мне вот столько наливал. И мне пришлось... Там, тоже? Мне пришлось звонить. Позвони, когда сейчас пойдешь, поспроси мне кипятку. А я потом найду баклажку, пойду с ней наберу. Сейчас, секунду. А так, да. Может, я сразу баклажку возьму? Ну, давай. Давай сразу возьму с полоски. Семен! Не, с полоски не надо, там кофе мне вчерашний. А, Семен, это случайно... Тогда кипяток прям все. Парни, кто-нибудь хочет попить, умыться, в туалет сходить? И кипятка принести. Нет. Обратно кто-нибудь хочет? Нет, никто не хочет. Какие вы молодцы, настоящие друзья. Ты принесешь? Все принесу, ладно, приду. Никита, все попей, отдыхай. Сейчас музон включаю. Все, парни, Так, ладно, яблочек потом. Я яблочек. Хотел сказать, давай сейчас это, в пирожок. Нет, благодарю, я поехал, мне сейчас заксуши, и потом еще. Они не мытые? Нет. Все, ну, я понял. Они... Местные? Погоди, а яблоки, а ты что, не стал это на пекарь, на... И это делается, просто их много. Понял. Можно и поделиться. Блин, а может ты Серого до штаба довезешь? Ну, довезу, если он не на машине. Да фиг его знает. Он просто какой-то грустный, что ли. Если я не на машине, довезу, а как? Никитос, ребятам не мешай. Ты хотел маты синие, помнишь, ты сегодня спрашивал маты? Пойдем. Кульбиты будешь делать, Никитос, бери семали там синие есть. Пойдем сюда, будешь кульбиты делать. Кузиты? Кульбиты. О! Бери, неси маты сюда. Знаешь, какого положения? И, Никит, такие песни больше не пой. Папа будет ругаться. Какие? Вот которые ты матерные поешь. Не пой, пожалуйста. Батя ругаться будет. Маша, батя и так не ругается. Мама, если он услышит, расстроится, папа расстроится. Хороший. Они не расстраиваются. Ну, хороший. Правда, неси матрас сюда, мам. Он просто перед нами. Ну, тем более, не включай, ложи. Обязательно. Неси второй. Они, может быть, сейчас слов не понимают. Неси это второй. Быстро. Понимают они слова, какие там ругательные? Ну, если ничего хорошего в этом нет. Никитос, хорош. Пожалуйста. Семен, вы убрали, да, конфеты? Да. Не вы, а он. Не вы, а он? Да. Он убрал конфеты? Семен убрал. А, Семен убрал? А я думал, вы убрали, убирали. Просто, просто. Серву подойдем, подойдем, спросим. Да, да. Никита, мат, неси мат, не стесняйся. Это оставь. Да. Ван, так кто знает. Это можно сделать, чтобы писать духу. Да, это. Если вам эти нужны, тоже забирайте. А, ты вы на пол будете стелить? Вот такая же тема. Да, Никит, смотри, ну ты прям слышишь, сматывай на мешку, может ребятам пригодится. Это тебе демарику для кульбитов, сальтуха всякого такого. Понял? Все, поехал. На сальтуху хватит? Да. Девчат, не, на сальтуху, я не знаю, если ты не боишься разбиться, то хватит. Если ты переживаешь, лучше кульбитик сделай. Артем, у тебя тоже был такой кульбитик раньше? У меня, возможно, больше. У меня смотри, тоже большой. У меня в пятом классе был большой. Вот такой? Да, такой. Нифига. Никит, мы одинаковые все, братан. А он в третьем. Одинаковые. Я в четвертый. Ну вот пока ты переходишь. Знаешь, ты сказал в третьем, в четвертом ты.
У тебя больше животных? Да. Нет, Димон, у меня больше было животных. Все, Никит, поехали. Делаем. Делаем. Прыгаем. Ну, Артем пухловатый был такой. Пухловатенький был. У меня фотка с 5 класса есть. Да вы и видео можете посмотреть. А можно тряпку? Нет, это был уже 7-6 класс. Ну даже когда пришел, все равно такой. Ну да. Видно, что дети вообще были. А сейчас уже дети, но только взрослые. В каком году ты пришел? Я не знаю, 22-й год? 22-й год, наверное. Это, куда пришел? В 21-м, возможно. Сюда, в зал. У меня уже видео есть. А сколько он здесь занимается? Ну, года 2-3 парни занимаются. Я тоже 2 года здесь уже. А, ну значит они 3 занимаются. Третье лето это, наверное. А что там? У меня второе. Второе лето. А, я там на фигня я сам, от которой я модель. Че, идет? Мы сюда сидим. Аккуратно. Что, делать сейчас? Жестко? Ну, нормально. Терпи, сделай. Ну, пожалуйста, хренатень, который видишь. Через голову, через руки. Где сейчас? Где сейчас верх? Не, вот тут можно с вот этой. Не, с покрышки не надо. С покрышку я приготовил. На ней прыжки можно делать. 360. На ней прыгать 1000 раз, прыгать. В конце кульбит. Вот. Кульбит, помнишь как? Вот ты встал через голову, через руки, шлеп на... А это мне поможет? Да ты можешь с любого варианта. Откуда? А любое можно сделать? Ну вот ты встал и прыгнул на ноги. С упора на руки, на голову. Семен, Димарик, кульбит, Семен. Смотри, все же ты знаешь. Все, мы тогда учили. Шлеп, хоп, поехали. С любого варианта. Молодец, только надо задать импульс, движение, импульс. А можно головой? А что, я прям можешь как мостик из головы? А что, я прям как фиксиков сделать? Сделаю. У них очень много. Если задать разгон, будет проще. Если с места, будет тяжелее. Сейчас, можно я сделаю? Можно с рук. Погоди, сейчас Диман сделает. Такого разгона не надо большой. И тем более мимо гантели не ходи. Тогда вот так. Да? Все. Ну, блин, ну очень смотри, мало. Ты разгон, ты его погасил сам же свой разбег. Ты руками вперся в пол и на этом успокоился. Смотри, побежал, остановился, руки поставил, прыгнул. Уж тогда, Никита, там не ходи, все, там не ходи. Парни пришли и начали вот трюкачить, поэтому это... Да, ты делаешь колесо через спину, кувырок. Зачем такой разгон? Делай отсюда. Представь, у тебя нету места. Вот отсюда. У тебя нет места разгона, нету. Ну, хотя бы здесь. Не надо. Ты можешь вообще с места. Хорош, братан, дай пятюню. Все, давай с места. А, ну, мне кажется, этого даже хватит. Конечно, давай. Ну, это все равно нормальная тема. Да, ладно, как бы через спину. Нет, это уже как бы. Попробуй с места вообще. С места, да. Давай. Ну да. Руками встав. Ну. Ну, видишь, четко все. Только голова так сильно болит. А ты упор сильно на голову не делай. Ты на руки внимание делай. Ни разгон не делай. Представь, что тебе вот выступаешь ты. Мама, папа, бабушки. Не, вокруг тебя они на стульчик сидят, смотрят на тебя. Куда ты будешь? По ним по головам разбегаться, что ли? Вот с места встал, сделал. Красиво. Колесо, красиво, молодец. Сер, а что, может, Петрух тебя довезет? Машина жара там после ночи. Есть вообще, есть по пути. Добро, мне надо. Все, я понял. Все, хорошей тренировки, всем всего доброго. Кроме коп, Сергей Геннадьевич. Кроме коп, да нет, вроде ничего не надо. Вроде да. Яйца. Ну можешь взять. Короче, по стандарту. Давай, да. Да что? Никита, до свидания, скажи. До свидания. Петр Владимирович, скажи. До свидания. Потому что ты балуешься. Поэтому и так происходит. Да что такое? Не приходите, блин. Можешь коробок спички взять? Не коробок, а упаковку. Лимон. Все забрал, без рюкзака все аккуратнее. Нормально, да. Ну, грубо можно. Сам сдается, Никитос. Никит, успокой, что ты, тихо, полежи, отдохни. Все,
Ты хотел что сделать, Игорь? Я хотел сразу бегать делать колесо. Ну, и сделай. Я не сделала. А что плакать? Что плакать? Ну? Что не сделал? Ну, сделай. Прикинь, если бы упали, если бы ребята бы плакали от каждого раза, что у них что-то не получается. Они здесь мокрые, в слезах, в соплях сопли бы текли. Ну ты хорош, ты чё? Так я на пальцах просто. Все, успокойся. Никитос, подсказка по-братски. Начинай с простого. Начинай без разбега, с места. Начинай с простого. Все, у тебя матов, смотри, здесь эту площадку застелили целую. Вот! Это же не получается! Почему? Ты все хорошо делаешь. Ты что, гонишь, что ли? Ты все хорошо делаешь. Застели, возьми мат себе еще один синий. Постели еще где-нибудь, чтобы тебе много места было. Ты что-то подганиваешь, Никит. Излишне. Не-не-не-не-не-не. Зачем? Зачем сюда? Тут места больше. Погодите. Ты сюда для мягкости. Вот так я имею в виду. Не так больно было. Ну а что мне именно сделать? Колесо. Вот делай. Ты не будешь бояться, тебе не будет больно падать, потому что мягкий мат. Нам придам. Разгон зря делаешь. Ну, молодец. Все. Хотя бы так. Хотя бы не бойся упасть. Не вообще не переживай. Не боюсь упасть. Все, делай тогда. Сейчас я музон включу, еще лучше получится. Я подумал, что мне еще кроме колеса. Попробуй кувырок вдаль сделать. Впрыг. Ты прыгаешь с зеленого пола, как будто перепрыгиваешь в синее море, синий мат, и прыгаешь на черный мат на землю. Как будто через такой пролив ты перепрыгиваешь. Кувырком. Ну вот ты с зеленого пола, с земли перелетаешь. Как воздух. Длинный кувырок. Как будто длинный кувырок ты делаешь, да. Ты перепрыгиваешь преграду, выйдет типа река это или озеро, там, ну синее, что назовем. Препятствие. Море, например. Ну море оно маленькое, ну ладно, фиг с ним, пусть будет море. Такое синее это препятствие. Ты через него должен перелететь. А приземлиться тебе надо вот руками и кувыркнуться на вон том черном мате. Попробуй. Во-во-во-во-во, молодец, молодец, хорошо. А ты знаешь, как затрудни? Ты делай теперь с места или наискосок делай. Сам себе затрудняй. Только, пожалуйста, никому не мешай, ладно? С места сделай. Красивый длинный кувырок будет. Во, четко, только руками, Никит. Прыгай не головой, а тебе надо сначала коснуться пола матов руками. Ты на них как бы упор сделаешь. Да. Только ты чуть-чуть синий пол задел, тебе надо еще дальше прыгать. Тогда надо с разбега. Зачем? С места прыгать. Ты сегодня тренировался высокий прыжок, и дальний прыжок же делал. Молодец. Молодец, хорошо. А вдруг разбега не будет? Вдруг маленькое расстояние, некуда разбежаться. Давай. Давай. Молодец, только головой не втыкайся, братан. Начни сначала руками. Так я не головой. Ты прям... Я не... шеей. Лучше сначала на руки приземляйся. Сначала руками я сделаю. Сначала руками, да. Потом ты попробуешь стойку на руках выйти. Я попробую. Нет, типа. Нет, почему? Высоту набрать, быстро накрутку, и все. Делай. Не я попробую 360 перепрыгнуть. Ну, попробуй 360 перепрыгнуть. Ты можешь попробовать прыгнуть винтом. Ну да. Тебе надо было, смотри как, делаешь прыжок и прокрутиться вот так. Например, сделаешь, перепрыгиваешь и сюда приземляешься. Я хочу, я могу взять, но он не вообще не спрыгнет. Кстати, нормально сходит. Это техника. О! Получилось? Да. Делай. Я попробую сделать. У тебя высоты куча. Пятер оставил. А? Говорю, пятер оставил. Сейчас будет. Вроде как бы я понял относительно. Перейти реку вот так. Сейчас. Thank you.
заполни все эти прыжки кульбитами, кувырками. Легко. Давай. Вот чисто техника. Вот я хочу надоевать от тебя только. Легче легкого. Давай, давай. Сейчас сделаем. Ерунда. Но сейчас самое главное быть ответственным.
шахтеров.